Всем привет! Я давно хотела приготовить кейк-попсы в виде Hello Kitty, и сегодня я решилась их приготовить. Поехали! Сначала испечем бисквит. Двум яйцам добавляем 60 грамм сахара и взбиваем сначала на маленькой, затем на большой скорости миксера. Какао, муку, соду и разрыхлитель просеиваю через сито, отправляю в яичную массу. Тесто перекладываю на противень, застеленный пергаментом, и разровняю лопаточкой. Буду выпекать при температуре 180 градусов 15 минут. Пока наш бисквит выпекается, я займусь мастикой. Кусочек белой мастики окрашиваю в розовый цвет. Катаю мастику и буду вырезать из нее бантики для оформления кейк-попсов. Из желтой мастики закатаю маленькие шарики, которые будут носиками наших котят. Проверяем наш бисквит на готовность с помощью зубной палочки. Если палочка влажная, ваш бисквит не готов. Если палочка сухая, то ваш бисквит готов. Теперь нужно раскрошить бисквит таким образом. К бисквитной крошке отправляем творожный сыр и нутеллу. Тщательно перемешаем.
Получилась гладкая масса, и из нее будем формировать кейк-попсы. Из данной массы у меня получилось 10 кейк-попсов, и я их заморозила в холодильнике. Палочки для кейк-попсов окунаем в растопленный шоколад и закрепляем заготовки. Дальше заготовки отправляем в холодильник на час. Из части теста, которое я оставила заранее, формируем ушки. Прошел час. Я достала кейк-попсы и ушки из холодильника. Теперь ушки присоединяю к кейк-попсам при помощи растопленного шоколада. Обмакиваю попсики в растопленный шоколад. Потихоньку встряхиваю ручку, чтобы излишки шоколада стекли. Оставляем кейк-попсы в холодильнике на ночь. На следующий день достаю попсы из холодильника и рисую пищевой краской усики и глаза. Приклеиваю носик и бантик. Наша Китти готова, осталось завязать бантик. Продолжаю снимать видео на второй день. Мои Китти полежали в холодильнике, застыли, и вот так я их оформила. Получилось очень красиво и необычно. Эти кейк-попсы не только вкусные, но и красивые, и их приятно кушать. Всем спасибо за просмотр, до следующих видео!